Вот водоводяные подогреватели, в которых идет приготовление горячей воды на жилые дома. Нет, она уже приходит, но с недостаточно высокой температурой. Ее подогревают, да? Вода приходит водоканальная изначально. Холодная? Конечно, водоканальная вода приходит изначально. Мы ее догреваем до температуры 60 градусов в точке разбора. Это для разбора, да. Из крана горячей воды, да? То есть отопление, с отоплением тут что связано? С отоплением теплоноситель приходит со станции, нагревает горячую воду и идет на дома, обогревает жителей. Так они тогда какой температуры дают воду? Кто? Со станции. Согласно температурному графику, согласованному с администрацией, зависит от температуры. А здесь даже для отопления надо ее догревать, да? Конечно. В смысле для отопления догревать? Отопление производится теплоносителем, который идет с источника. Все. Он идет. Здесь вы уже не повышаете его температуру. Ну, а здесь чем мы повысим? Мы здесь вот делаем. Поэтому я и спрашиваю. Только по горячей воде. Конечно. Стоят бойлерные установки. Да. Вот сами водяные подогреватели. А один такой пункт сколько обслуживает домов многоквартирных? В зависимости от располагаемой нагрузки. Есть у нас ЦТП 11, например, там один дом Ленина 60. А он такой китайский стена. Да. Здесь обслуживает 9 домов, 6, 5, 4. В зависимости от того оборудования, которое стоит в ЦТП. Нагрузки достаточно для обеспечения горячим водоснабжением и теплоснабжением тех домов многоквартирных, которые подключены. Все согласно проектам, никаких дополнительных на них нагрузок не вешается. Ну а в плане автоматизации, вот вы видите, что насосы оснастили датчиками, установлено ЧРП. В зависимости также от разбора холодной воды и горячей воды, насосы то увеличивают мощность, уменьшают мощность. И температура горячей воды регулируется клапаном. Вот он, клапан-регулятор. То есть, если разбор большой, мы даем больше на горячую воду, чтобы догревать больше. Угу. Температура горячей воды и напор будет стабильный у жителей. Все происходит в автоматическом режиме. В данный момент сейчас у нас в диспетчерской происходит наладка верхнего уровня. То есть диспетчер спокойно будет сидеть у себя на рабочем месте, наблюдать, что происходит с насосами, как работает регулятор. И регулировать все это ЦТП уже автономно. Присутствие оператора здесь не потребуется.